Последние 7 лет я путешествовал и совершенствовал свое искусство. Видите ли, я своего рода волшебник, новатор, кондитер. Поднимите уши и навострите глаза. Нет, зачеркнули и наоборот. Мистер Вонка, вы невероятно изобретательны. Что ты делаешь? Шоколад, конечно же. Какой тебе нравится? Темный, белый, с орехами, абсолютно безумный. Многие пытались продавать здесь шоколад, но всех раздавил шоколадный картель. Вы не можете открыть магазин, не продавая шоколад. И не можете продавать шоколад без магазина. Мечтать запрещено. Что будем делать, Вилли? Ха. Ха? Ха. Двойное ха. Есть карандаш и бумага? Ага. А у меня идея. Знаю, тебе было очень нелегко, но скоро все изменится. Обещаешь? Клянусь на мизинчиках. Это самая серьезная клятва в мире. С чего начнем? Хороший шоколад, простой шоколад. А это жутко. Странно. Что происходит? Кому нужен шоколад, от которого летаешь? Вот сейчас и узнаем, кому шоколад! Не на что тут смотреть. Просто группа людей отрицает законы гравитации. Дамы и господа, Галлари Гурме! Меня зовут Вилли Вон. Он хорош. Слишком хорош. Да, я набрал около 70 килограммов за полмесяца. Вы можете изменить ее жизнь, мистер Вонка. Жизни всех этих людей. Бегите! Все хорошее, что есть в этом мире, началось с мечты. Крепко держись своей. Я держусь, мама. Поведите мое слово! Это будет лучший магазин шоколада, что когда-либо видел мир! Так вот, что за малыш преследовал меня все это время. К вашему сведению, я очень даже солидарного размера для Умпа-Лумпы. Для кого-кого? Позвольте освежить вашу память. О, я бы не хотел слушать песню. Поздно. Я начал танцевать. И остановиться уже не могу.